Попробуйте поуправлять традиционной общностью, кастой, деревней, полисом, где люди живут в рамках своей малой традиции, и где они знают, у них есть разделяемые ценности, и где у них тесные связи друг с другом. Это очень трудно сделать. Наши народники попробовали хождение народ, в народ устроить в 70-х годах 19 века. Из этого ничего не получилось. Потому что те ценности, которые народники пытались нести, они разбились, так же, как и буржуазные ценности в то же время, разбились об общину. Объектом конструкторско-проектного подхода к истории может быть только атомизированная толпа. То, что Рисман называл «одинокая толпа». И именно такая толпа, масса людей, не класс, а масса, оформилась в середине 18 века, когда народ из деревни пошел в город, но еще не прошла за сотни лет, когда опасные классы, то, что называется в западной традиции dangerous classes, когда они превратились в рабочие классы. Вот эта сотня лет, она породила массу, которой можно было манипулировать.